Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока у нас следующая. Вот частенько люди звонят и говорят, вот, а как же воздействовать на акупунктурные точки? Как же воздействовать подручными средствами, вот, чтобы было эффективно? Ну, конечно, каждый человек хочет ничего не делать и быть здоровым. Ну и как всегда, на сегодняшний день уже многие знают, что профилактика здоровья намного эффективнее, чем лечение самого того заболевания, которое повергло человека немножечко не в шок, а выбило с колеи жизненной. И нанесла этакий, скажем так, урон. Либо принесла какой-то негатив, с которым человек очень тяжело справляется. Потому мы говорили частенько в наших лекциях, повторяем еще раз. Болеть — это хорошо и нужно. И чем больше и чаще человек болеет, тем лучше он знает свой организм, он делает выводы. Чем меньше он болеет, он попадает в панику. Чтобы вы не впадали в панику, уважаемые зрители, вот, пожалуйста, каждый человек может приобрести в любом магазине, в котором продают камни, камни своего знака зодиака. В моих руках камень нефрит. Вот, пожалуйста. На ниточке очень простой камушек. Но, как всегда, мы, люди, любим украшать себя. Особенно женщины, ну, мужчины тоже, скажем так, подвержены такому соблазну. Но не всегда украшения полезны для человека. Здесь мы подчеркиваем, видите, на ниточке мы повесили камушек. А почему? Потому что помимо здесь передней середины меридиана проходит еще меридиан желудок, меридиан поджелудочной железы, печени, меридиан толстого кишечника, меридиан тройного обогревателя и не только. Если вы внимательно посмотрите, как простирается меридиан, они точно так же простираются по грудной полости. И проходят здесь. И когда человек частенько одевает на себе железные цепи, украшения, серебряные, скажем так, и не только, золото, скажем так, бриллианты, все различные красивые, скажем так, украшения, это хорошо. Но помните, это красиво, это не хорошо, это красиво. Вот. Это искусство всегда было красиво, особенно камни. Но не всегда оно приносит пользу. Почему? Потому что вы замкнули вот здесь вот цепь, замкнули меридиан желчного пузыря, который должен обмениваться здесь энергией, вследствие чего энергия протекания нарушена из-за золота, серебра. Золото дает быстрое, скажем так, проникновение энергии. Вот. Серебро, наоборот, ослабляет проникновение энергии. Но, тем не менее, здесь замкнутая цепь, вследствие чего, когда замкнутый человек, в замкнутом пространстве, рано или поздно человек захочет, что глоток свежего воздуха. То же самое, рано или поздно наши меридианы захотят глоток свежей ци, энергии. А мы не можем предоставить ее. Почему? Потому что вот носим эти цепи, носим это железо, и думаем, это красиво. Красиво до поры до времени. Чтобы с вами это не случалось, помните, любые камни нужно носить на ниточке. Как бы это ни казалось, как бы так, знаете, так не устраивало многих людей. Итак, чем же хорошее, я, значит, сразу повторяю, вы по своему знаку зодиака, вот, выбираете свои камни, набираете своих группу камней, вот, которые можно, есть ярмарки камней, которые продаются очень много, и нефриты, агаты, и кошачий глаз, и лунный камень, и помните, каждый камень обладает своей силой, своей энергетикой, потому что камень — это неотъемлемая часть матушки природы, но мы, люди, оторвали от матушки природы кусочек и стали носить это как украшение, но, поверьте, камни не нужно носить как украшение. Они для профилактики здоровья очень хороши. Очень хороши и зарекомендовали себя прекрасно. Итак, мы знаем, где располагается точка ВЦ-17 Танчжун. Мы ее нашли, и мы знаем, где она располагается. Сделали по длине такое же, скажем так, именно в то место, в которое расположена данная точка. Вот отделая камень, пожалуйста. Она, этот камень, на уровне точки ВЦ-17 Танчжун. Что делает этот камень? Только сразу же камень должен расположен быть на теле. Сейчас я это сделал на Олимпийку, для того, чтобы вы увидели место расположения точки. Итак, камень что? Нефрит наделен такими свойствами, которые убирают любые воспаления. Любые воспаления. Вот представьте себе, при всех воспалительных заболеваниях я могу что? Надеть данный камень и помогать через данную точку убирать эти воспаления, которые проявляются в сердце, в легких, в бронхах, в желудке. В чакры, когда разбалансированы. Пожалуйста. Один всего лишь камушек. И вот представьте, я этот камень ношу с собой. Либо вы боитесь, допустим, воздействовать на акупунктурную точку. Я понимаю ваши боязнь. Вы можете купить камень побольше. Ничего страшного в этом нету. Ну, кто-то любит сидеть за компьютером, а кто-то любит
телевизор смотреть, а кто-то читать любит, а кто-то просто любит посидеть, посмотреть на аквариумные рыбки, либо около каминчика погреться. Так вот, когда вы сидите, оденьте этот камень большой на уровне данной точки, и пусть он у вас побудет на теле минут 20-60. Тем самым вы благоприятно воздействуете на точку ВЦ-17, Таньчжунь и не только. Вот все наши 80 видео, или там 70 от данной точки, вот практически вы профилактическими воздействием на данную точку через камни своего знака зодиака помогаете что? Балансировать свой организм. То есть практически благоприятно на него воздействует. Здесь мы скажем, есть камни, которые активизируют, и есть камни, которые расслабляют. Потому, уважаемые зрители, не увлекайтесь постоянным расслаблением, либо постоянной активизацией. Нефрит расслабляет, одели, расслабили себя. Вот. А на следующий вечер что? Одели камень, который тонизирует. И тем самым каждодневно чередуя между собой расслабление и активизацию, вы будете что? Наладите движение в данной точке. То есть она не будет постоянно расслаблена, либо не будет постоянно активизирована. Она будет знать, что в данное время приходит энергетика, данная энергия уходит. Тем самым этим оборотом, движением ЦИ, вы что? И наладите круговорот вашей энергетики в вашем организме и в системе 12 меридианов, и не только. Вот такими простыми камнями вы можете что? Улучшить свое здоровье. Мало то, что улучшить здоровье можете, вы также можете что? Еще его профилактически содержать в норме. И помните, при всеразличных заболеваниях вы можете работать с данными камнями, но своего знака зодиака, использовать их от всех болезней, от А до Я. Спасибо за внимание.